Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 43UN73906LE. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель. Надеюсь, что видео вам понравится и вы поставите ему лайк и подпишитесь на наш канал. А чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов, советую включить колокольчик. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160, подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Настоящий 4К для всех ваших развлечений. LG UHD TV был создан, чтобы развлекать, поднимая все, что вы смотрите, на новый уровень. Будь то кино, спорт или игры, он обеспечивает реальное 4К изображение с яркими цветами и мелкими деталями. Наслаждайтесь более реалистичными изображениями в 4-кратном разрешении Full HD. Процессор удаляет видеошум и создает более яркие цвета и контраст. Изображения с низким разрешением масштабируются и воспроизводятся с качеством, близким к 4К. Смотрите контент, как задумано его создателем. Процессор автоматически отключает интерполяцию кадров, изменение резкости и шумоподавления, сохраняя оригинальное соотношение сторон и количество кадров. Смотрите фильмы и другой контент с сохранением творческого замысла и кинематографического опыта. Телевизор обеспечивает оптимальное качество изображения HDR с поддержкой основных форматов HDR, включая HDR10 Pro и HLG Pro. Телевизор позволяет пользователям полностью и мгновенно управлять играми без каких-либо задержек. Реалистичный цвет под любым углом. Смотрите, как играет ваша любимая команда на дисплее с потрясающе реалистичными цветами, независимо от того, где вы сидите. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента UHD с данной модели 181 см. Предназначен для вашего пространства и развлечений. Тонкие рамки и гладкие современные линии телевизора добавляют эстетику дизайна премиум-класса к вашему пространству и повышают качество просмотра. Размеры телевизора 97 см в ширину, 57 см в высоту, толщина 8,5 см, вес 8 кг, цвет белый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0. Ваш центр управления комфортом. Интеллектуальный LG ThinQ AI делает жизнь еще удобнее. Естественное распознавание голоса позволяет вам управлять и контролировать свою домашнюю IoT-экосистему. Неограниченные развлечения, бесконечный контент, бесконечное удовольствие. Получите доступ к приложению Apple TV и каналам LG. Выберите из последних фильмов, телешоу, документальных фильмов и спортивных трансляций и найдите их все в одном месте. Живи умнее с новой WebOS. Наслаждайтесь большим количеством контента через потоковые сервисы, включая YouTube и другие. А недавно добавленная функция голосового управления позволяет вам управлять бытовыми приборами с помощью голоса. Несколько виртуальных аудиоканалов создают более захватывающий звуковой опыт. Наслаждайтесь тонким диалогом и утонченным звуком, как если бы вы были в самой сцене. Создайте эффект звук вокруг, подключив два любых Bluetooth-динамика к телевизору. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел всего один отрицательный – широкая нижняя часть корпуса. Теперь расскажу о положительных отзывах. Большой экран, разрешение 4К, приложения запускаются хорошо. Отличный телевизор, полностью соответствующий цене и качеству. Много настроек цвета, хороший звук, голосовое управление, дизайн, рамки практически нет. Классный пульт. Возможно, вы станете владельцем данного телевизора и захотите поделиться в комментариях своим мнением об этой модели с нашими зрителями. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. На этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а чтобы не пропускать новые обзоры, рекомендую включить колокольчик. Всем пока!